Там же нам обещали из-за границы, еще во времена Владимира Степановича, не то 50 миллионов, не то 150 подкинуть на лечение. Правда, сказали, что будет гражданское общество лечить. Ну, понятно, они нас не вылечат. Им надо бардак, им нужен мятеж, даже не революция, а переворот. Поэтому на них рассчитывать не надо. Мы должны сами лечить своих людей. Но при этом прошу учесть, что один день лечения ковид-больных обходится, специалисты мне докладывают, от 90 до 220 рублей. Один день, посчитайте, какие затраты. Это огромные деньги. Поэтому я позвал сюда губернаторов. Это ваша первейшая обязанность. Лишних денег в стране нет.